Хирургу можно. Хирургу? Да. А что случилось? У меня опухоль десны уже 25 лет. Я же раз приходил. А что вы с утра не идете? Я приходил с утра, мне направили на рентген, я был на рентгене, у меня с собой снимок. А вы снимок этот показывали доктору? Показывал доктору. Хирургу, да? Показывали нашему? Показывал девушке, ну, да. Показывал, да. И что сказали? Она может сказать все что угодно, но у меня головные боли не прекратились, понимаете? Да. Так вам мне нужна чистка десны нужна. Я могу заплатить, сколько это стоит. Все, у нас все бесплатно. Все бесплатно. Да. И пинка под зад дадут бесплатно, да? Не знаю. Не знаете, да? Карточка есть у вас тут? Зубная. Всегда была, я тут живу 50 лет. Так вас сейчас волнует опухоль на десне, да? У меня голова болит из-за десны уже 25 лет. Из-за десны болит голова. Я сам себе зуб вырвал. Это же надоело уже. А зачем вы же сам себе вырвал? А потому что ваши врачи не хотят работать. А у вас есть паспорт с собой? Паспорт. Что? Паспорт вы мне ждали. Не понял. Прописка же наша, Стрякова 42, да? А это что, не паспорт, что ли? Паспорт. А мне все равно какой, русский, украинский. Ну вот, хорошо. У вас это не касается. Так, я отключаю.